В рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы под девизом «Святое дело Родине служить» в школах Славянского района прошли уроки мужества. На одном из них в третьей школе микрорайона Кубриз побывали и мы. 27 января – знаменательный день в истории нашей страны. Россия отметила день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Именно этой теме был посвящен урок мужества в третьей школе. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Кольцо вокруг города сомкнулось почти на 900 дней. Продовольствие и медикаменты доставляли по льду Ладожского озера. Целый город оказался заблокирован. Голод, бомбежки, проблемы с отоплением и транспортом – все это привело к сотням тысяч смертей среди жителей. Прорыв блокады был совершен 18 января 43 года. Однако полного ее снятия жители дожидались еще почти год. 27 января 1944 года все подступы к Ленинграду были очищены от фашистских войск. Об этих и других фактах, тех страшных событий, учащиеся третьей школы в рамках урока мужества узнали из фильма о блокаде и рассказов учителей. Ребята готовили стихи, смотрели кадры кинохроники. И вы знаете, с большим трепетом и чувством они ждали этого урока, чтобы в очередной раз вспомнить о том подвиге, о том героизме, который в течение огромного количества дней проявили наши советские люди. О героических и трагических страницах истории нужно знать обязательно, говорит старшеклассница Олеся Загорулько. Урок мужества произвел впечатление на всех ее одноклассников. У нас прошел классный час, урок мужества, и это вызвало очень много эмоций. Для нас это гордость, то, что люди за нас сражались, и это у всего класса вызвало слезы. Работа по военно-патриотическому воспитанию, которая проводится в нашем районе не только во время месячника, но и круглый год, приносит свои плоды. Ведь благодаря таким урокам у молодого поколения формируется представление о мужестве, долге, чести, ответственности и нравственности. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».